Всем большой привет, меня зовут Татьяна. Сегодня будет обзор из магазина Fix Price, город Ижевск, улица Соборова, 19В. Покажу вам в этом видео очень много красоты, канцелярии, подарков на 8 марта. И мой вам совет, не ходите в Fix Price, пока не посмотрите это видео, потому что глаза разбегаются, хочется все, не знаешь, что выбрать. Я, если честно, еле сдерживала себя, чтобы не скупить всю эту красоту. Желаю вам приятного просмотра. Очень симпатичные кружки за 150 рублей. Предыдущие тоже стоили 150 рублей, кстати. Вот такие приятные нежные расцветки. Кружка сама матовая, с красивым модным рисунком. Сделаны они из фарфора, объем 400 мл. Красота! Еще одни кружки, но уже за 300 рублей. Они идут в подарочной красивой упаковке. Вот так выглядит кружка. Объем у нее 400 мл. Состав тоже фарфор. Кружка идет с крышкой. И посмотрите, на крышечке такой сюрприз приятный. Еще есть и зеркальце. Поэтому, если кружка мало ли вдруг разобьется, то крышку можно оставить в качестве зеркальца. Очень красивые нежные блокноты за 200 рублей. Объем у них 80 листов, размер 14 на 21 сантиметр. Блокноты представлены все в розовом цвете, но посмотрите, рисунки у них отличаются. И на первый взгляд кажется, что это просто цветы, но там еще есть и образы девушек. Подарочный набор за 200 рублей в красивых таких девчачьих розовых оттенках. Здесь в наборе идет блокнот, зажимы, скрепки, ручка. Все очень милейшее, скрепки с помпушками. Ручка, посмотрите, какая красивая, в цвете розового золота. Объем 80 листов у блокнота. Представлены в нескольких дизайнах. Возможно, я показала не все, потому что их очень много, и я просто физически не могу их достать и показать вам. Но, конечно же, вы приходите, сами смотрите, все выбирайте, трогайте. Это просто удовольствие, мне кажется, вот смотреть и трогать всю эту красоту. Вот еще одни блокноты в подарочной упаковке за 250 рублей, объем 120 листов. Еще один красивый блокнот с блестками за 150 рублей. Хотя, возможно, сам блокнот и без блесток, потому что блокнот идет в наборе с конвертом для документов, и вот этот прозрачный с блестками, я так понимаю, это и есть конверт. И я тут, конечно же, опять надолго залипла на всю эту красоту. Просто завораживает, все блестит. Смотрите, как здорово все это перетекает. Я просто не могла оторваться. Решила показать это все и вам. Блокнот идет объем 60 листов, и покажу вам только два дизайна. Конечно же, я уверена, есть еще и другие. Красивые весенние блокноты за 200 рублей, объем 80 листов. Обложка у них, кстати, такая мягкая, объемная, из полиуретана. Размер блокнота 14 на 21 сантиметр. Обложки тоже представлены в ассортименте. Подарочный набор за 150 рублей. В набор входит планшет вот с такой прищепкой, гелевая ручка и 80 отрывных листов. Тоже все красивое. Я сегодня, наверное, миллион раз скажу красивое, классное, милое. Ну, потому что так оно и есть. Набор за 200 рублей в подарочной красивой упаковке. В набор входит блокнот на спирали 80 листов, 2 зажима, ручка и клейкие листы для заметок в количестве 60 штук. Дизайны тоже представлены в ассортименте. Подарочный набор за 250 рублей. В набор входит блокнот 80 листов и ручка. И если честно, я, с одной стороны, очень рада за нынешнюю молодежь, то, что им доступна вот такая красивая канцелярия, а с другой стороны, мне их жалко, потому что непонятно, что делать на уроках, на лекциях, то ли слушать учителя, преподавателя, то ли вот отвлекаться на эту всю красоту. Но реально, мне кажется, она очень сильно отвлекает. Так, а это у нас за 150 рублей чехол для посадочного талона и паспортов. И в комплекте идет еще багажная бирка. Представлены тоже в нескольких вариантах.
Еще одна милейшая ручка за 150 рублей со сменными колпачками. В наборе идет 3 дополнительных силиконовых колпачка. Вот такие милые единорожки. Мне кажется, точно дети на уроках будут играть с ней, но никак не слушать учителя. Еще одна красивая ручка за 150 рублей в красивом розовом цвете с кристаллом. Это, кстати, стеклянный кристаллик. И вот здесь еще тоже очень красивая россыпь вот таких мелких-мелких кристалликов. Кошелек за 150 рублей. Подобные кошельки были из коллекции к 14 февраля. Они небольшие, представлены тоже в разных расцветках. Еще одна ручка в виде цветка за 80 рублей. Ручка сама силиконовая. На первый взгляд и не скажешь, что это ручка, а цветочки у нее вообще из пряжи. Вот так она гнется. И можно подарить даже целый букетик. Вот как красиво смотрится из таких ручек. Зеркало за 100 рублей размером 6 на 9 сантиметров. Я его не стала доставать, потому что, мне кажется, оно, как обычно бывает, двустороннее. С одной стороны обычное, а с другой стороны с двукратным увеличением. Вот оно такое толстенькое, со стразами, представлены в разных расцветках. Все очень нежно и красиво. И если вы уже определились с подарком на 8 марта, например, или на день рождения, хотите подарить цепочку, сережки или колечко, то вот бюджетный недорогой футляр за 100 рублей. Представлены в разных расцветках. А вот эти магниты на холодильник за 55 рублей я уже как-то подробно показывала в своем обзоре. Они представлены в разных вариантах, и я не удержалась и купила себе такой букет в виде тюльпанов. Множество различных наклеек, все очень-очень красивые, объемные. Вот эти в таком винтажном ретро-стиле. Декоративные клипсы за 60 рублей, в наборе 10 клипс. И идет еще джутовая веревочка. Тоже представлены в разных вариантах. Вот этот мне очень понравился, нежный. Подобные клипсы были и в коллекции к 14 февраля. А вот еще нашла ручку кристалл в других расцветках. Есть вот такая беленькая. Тоже смотрится очень нежно, красиво. Внутри как будто бы алмазы. И вот есть еще такая розовая с градиентом. Еще наклейки, они такие голографические, объемные, внутри даже есть какое-то наполнение, тоже представлены в разных вариантах. Переводные тату за 55 рублей, и какие же они нежные, я бы, наверное, даже сама не отказалась от таких. Тоже представлены в разных вариантах, дизайнах. Вот эти сувенирные доски за 100 рублей я уже тоже недавно показывала в своем обзоре очень подробно. Они представлены тоже в разных дизайнах и все очень-очень красивые. Подарочные пакеты с нежными весенними рисунками. Красивые расцветки. Вот пакеты побольше. Скорее всего тоже есть разные дизайны, просто неудобно доставать, поэтому показала только один. Поздравительные открытки за 11 рублей, они небольшого размера, всего 8 на 11 сантиметров. И, кстати, рисунки, картинки у них отлично сочетаются с подарочными пакетами. На этом я буду заканчивать свой красивый, насыщенный обзор. Надеюсь, видео вам понравилось и вы для себя что-то присмотрели. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. А я желаю вам отличного настроения и до встречи в следующем видео. Пока-пока!